Приветствую, дорогие друзья. В Священном Писании написаны такие слова: «Бог есть любовь». И нам, людям, чтобы понять Бога как Бога любви, нам самим нужно научиться любить. Об этом сегодня моя проповедь. Друзья, мы сегодня говорим о Боге-творце, о Боге любви, милосердия, о Боге, который есть все во всем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. О любви очень много можно говорить, о любви очень много говорят. И в песнях, и в романах, и в фильмах, и в стихах. Знаете, люди как-то по-своему понимают, что такое любовь. К большому сожалению, в этом мире, в котором мы живем сегодня, люди называют любовью то, что на самом деле не есть любовь. Бог призывает нас через Святое Писание любить. Но любить так, как любит Бог. И первая заповедь нам говорит о том, чтобы мы возлюбили Бога всем сердцем своим, всей душою, всем разумением своим. Есть много стихов. Господь говорит через Святое Писание, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы любили мир, чтобы мы истину любили, чтобы мы любили пришельца и любили даже врагов наших. Любовь – это не просто слова. Любовь – это действие. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Чтобы познать Бога, нужно любить. Любовь – это действие, нужно действовать. Один брат мне рассказал, с какой любовью он готовил своей жене подарок. Он вообще очень сильный мастер. И подарил своей жене шкаф кухонный с такими самыми разными отодвижными ящиками. И самый главный элемент в этом шкафу – это выдвижной такой стол, на котором лепить вареники можно и нужно. Это для вареников. А снизу такой контейнер. Вот слепили партию вареников, все сложили в контейнер. Вторую партию все сложили в контейнер. И вот это он своими руками все сделал и подарил жене. Я видел фотографию. Прекрасный шкаф. Теперь осталось жене с любовью лепить эти вареники. Вот так вот у брата проявилась любовь к своей жене через многофункциональный шкаф кухонный. Друзья, когда мы что-то делаем в своей жизни, и у нас получается, мы очень хотим, чтобы еще кто-то об этом узнал. И не просто узнал, но чтобы к этому бережно относился. Потому что мы душу вкладываем в это. Знаете, когда Бог творил землю, Он с такой любовью это делал. Мы, первый брат говорил о Творце нашем, Боге. Мне думается, что Богу нравилось то, что Он делает. И этому есть подтверждение. В Священном Писании написано: «И увидел Бог все, что Он создал». И вот хорошо, весьма. Вот слово «весьма» означает прекрасно, превосходно, изумительно, неповторимо, идеально, необыкновенно. Одним словом, ну, крайне хорошо. Синонимов очень много. Вот с такой любовью Бог творил Вселенную и нас с вами. Бог душу вкладывал. Теперь вопрос, замечаем ли мы в своей жизни вот это весьма хорошо? Дорожим ли мы этим в своей жизни, тем, что Господь сделал весьма хорошо для нас? Благодарим ли мы за это весьма хорошо нашего Творца? И видим ли мы через это весьма хорошо нашего Творца, самого Бога? Может быть, нас
земные заботы ослепляют настолько, что мы уже ничего и никого не видим. Знаете, обычно, когда человек оказывается в какой-то новой обстановке, он все замечает. Вот, хозяйки, когда вы знаете, что вам придут гости к вам, вы тщательно убираете, вы смотрите, паутин нигде нет, все. До этого не так вы убирали. Все нормально как бы было, ничего, муж привык, там дети, ничего, никто не замечает, все в порядке. Но если кто-то придет, мы начинаем убирать так дом, потому что, ну, свежий глаз, он все заметит, все увидит. Мы когда-то с женой были в Америке, и вот нас возили по Америке наши родственники, друзья, родные. Знаете, мы все замечали. Жена замечала красивые цветы, которые у нас называются комнатными, а там почему-то они растут на улице, и так много, и так все красиво. Я замечал, какие ровные дороги и чистые машины. Конечно, мы восхищались этим всем и говорили нашим друзьям, которые нас везут. Но они улыбались, и знаете, что они сказали нам? Говорит, вы знаете, мы ничего не замечаем этого. Наша жизнь, знаете, какая? Работа, дом, работа, дом, работа, дом, церковь, дом, работа, дом. Мы ничего не видим. Мы в этой суете. Приходят биллы, вот чеки, платить за услуги, и все. Проблема, надо срочно заплатить, кредиты и все прочее. Знаете, по большому счету у нас такая же жизнь. Скажите, кто из вас с женой, с мужем, с детьми выходил к морю просто подышать? Просто посмотреть на то весьма хорошо созданное для нас море, природу. Когда к нам гости приезжают, мы водим их по Одессе, и они так восхищаются, какой красивый город. И только тогда мы вдруг замечаем, что таки да, у нас город очень красивый. А прошло полгода или год, мы вообще не видели нашего города и не замечали. В прошлом году я 2 раза был на море. В принципе, это очень даже много. Было время, даже в году ни разу не получалось быть. А живем вот здесь вот рядом. Суета-сует, которая увлекает настолько нас, что тревоги, переживания, особенно в последнее время, закрывают глаза наши на многое. Нам, конечно, самые разные вопросы люди задают. Где справедливость? Где ваш Бог? Почему зло торжествует? А вы говорите, что Бог есть любовь. Иоанн говорит, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И действительно, когда мы смотрим на этот мир и на все происходящее, когда мы смотрим на рождение и на смерть человека, на болезни и переживания, которые он переносит, когда мы смотрим на это зло, которое иногда торжествует, мы начинаем понимать людей, которые никак не могут дать оценку всему. Но мы с вами, люди верующие, люди, знающие Бога, и Господь нам через Святое Писание свое дает возможность понять, почему это происходит, для чего это происходит. Господь дает нам возможность понять самого себя, то есть Бога, каков Он. Господь дает возможность соприкоснуться к этому святому. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Простые истины. Но для того, чтобы понять Бога, нам нужно научиться любить. Стать на этот путь, начать любить, по крайней мере, попробовать. Это не простой путь. Это очень тяжелый путь. И в этом мире даже невыгодный путь, но только тот, кто станет на путь любви, этот человек начнет понимать Бога. И он дальше говорит в 10 стихе, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В том любовь, что не мы, такие не признающие Бога, падшие, согрешившие, отвернувшиеся от Бога, полюбили Его, а Он нас полюбил. Он нас полюбил. В этом любовь Божья.
Когда мы говорим, что Бог есть любовь, мы должны еще помнить о том, что есть еще в Священном Писании слова другие. Давид говорит в Псалме 5, 5 стих, «Ибо ты Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой». Обратите внимание, с одной стороны, Бог есть любовь, а с другой стороны, Он же Бог, не любящий беззаконие. Друзья, наш Бог не такой Бог, который все любит, что происходит. Зло, перевороты, войны, неприязнь друг к другу, зависть, обиды. Наш Бог, Его не все радует то, что происходит на этой земле. Наш Бог есть Бог-любовь, но Он же есть Бог, не любящий беззаконие. И вот здесь вот возникает вопрос, как же Богу остаться Богом любви, если Он Бог, не любящий беззаконие? Пророк Исаия в 64 главе, 6 стихе говорит, «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер уносят нас». Вот в каких обстоятельствах человечество оказалось. Все мы сделались, как нечистые. Все люди без исключения сделались, как нечистые. Некоторые, конечно, говорят о себе, что вот, ну, я, в принципе, неплохой человек. Я не украл, не убил, не обидел никого. Я вот чуть не святой человек, мне даже не в чем каяться. Люди так о себе говорят. Но Исаия говорит, праведность наша, как запачканная одежда, и беззаконие наше, как ветер уносят нас. Бог есть любовь, но Он же не любит беззаконие. А о беззакониях наших, Исаия говорит, что они как ветер уносят нас. Скажите, какой же есть выход для человека? Тот же Давид в 18-м псалме говорит, закон Божий совершен. Когда Господь сотворил вселенную, Он утвердил, учредил свой закон. Закон сеяния жатвы, закон времена года, день сменяет ночь и так далее. И сейчас даже ребенка спроси, а что же будет после весны? Вот придет лето, после лета опять осень, после осени зима и опять весна. И все мы понимаем, что это так должно быть, так всегда было. И никто этому не удивляется. И все мы знаем, что после вечернего служения еще через некоторое время, если даст Бог, мы ляжем спать. И завтра, если даст Бог, будет опять день. И как будто бы никакого чуда нету. Это Божий закон. И он работает с самого творения создания. Вся вселенная подчинена Божьему закону. И этот закон работает как часы сегодня. И только человек, венец творения, который, во-первых, должен быть благодарным Богу, во-первых, должен был подчиниться закону Божию, и он вдруг решил идти своим путем, по-своему жить. И возникает вопрос, как поступить с этим человеком, который решил идти своим путем? Как с ним быть, с этим человеком, который не подчиняется Божьему закону? В Писании есть такой стих. «Возмездие за грех – смерть. Таков закон Божий». Такая справедливость Божия, таков суд Божий. Это порядок такой. И вот теперь, как можно справедливому Богу решить этот вопрос? Может ли святой Бог закрыть глаза на беззаконие человека, когда он есть Бог, не любящий беззаконие? Друзья, если бы Бог закрыл бы глаза
на беззаконие человека, то поступок Божий был бы тоже беззаконным. Тоже беззаконным был бы. Закон Господа совершен. И вместе с тем, Бог есть любовь. Божья любовь открылась к нам в искуплении всего человечества. И тот же Иоанн в своем Евангелии, в 1 главе, 17 стихе, пишет такие слова. Говорит, закон, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Обратите внимание, закон дан через Моисея. Бог на горе Моисею дал закон и сказал, отнеси народу, и вот так они должны жить, и не иначе. Закон дан через Моисея. А благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Произошли, слово «произошли» – это вот нечто похожее на роды, на то, что болезненно происходит. Закон, то есть истина и благодать произошли. Благодать – это истина, благодать – это милость, а истина – это закон. В принципе, они находятся в одной параллели. И они никогда не могли бы где-то сомкнуться, соприкоснуться или же пересечься. Они в одной параллели находятся. И вот они как раз соединились в Иисусе Христе. Иисус Христос пришел в этот мир. Вот так и написано, что благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Они встретились в Иисусе Христе, который исполнил закон, а нам дал благодать, дал возможность приходить через Иисуса Христа к Богу Отцу. И написано, «Я есмь дверь, я есмь путь, истина и жизнь», Христос говорит. И вот здесь очень такой интересный ход произошел. Бог, чтобы остаться Богом любви, а закон, чтобы остался законом, направил сюда, в этот мир, Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который взял на Себя грех и таким образом нас искупил от греха и беззакония. Написано, Он искупил нас от клятвы закона. И теперь возмездие, клятва или же наказание, все остается на своем месте. Бог ничего не нарушил, но ради того, чтобы быть Богом любви и милосердия, Он направил Сына Своего, который взял грех мира, который умер и воскрес для нашего оправдания. В чем же состоит наше искупление? От чего Бог нас выкупил? А Бог нас выкупил от наказания наших грехов и беззакония. Написано, возмездие за грех – смерть. Дальше стоит запятая. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Ради величайшего подарка – ради дара жизни вечной пришел сюда, в этот мир, Христос, чтобы искупить тех, которые в свое время отвернулись от Бога, которые в свое время пошли путем беззакония. Давид говорит, «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Слово «блажен» переводится как «наивысшее счастье». Действительно, счастливый тот, чьи беззакония отпущены и чьи грехи покрыты. Но, к большому сожалению, далеко не всем беззакония отпущены, и далеко не все, не у всех грехи покрыты. Как вы думаете, кто вообще в этом виноват? Виноваты те, которые не пришли к Богу. Виноваты те, которые не верят в то, что кровь Иисуса Христа сегодня способна омыть, очистить, оправдать всякого человека, без исключения, приходящего к Богу, просящего прощения пред Богом. Давид говорит, «Я открыл тебе грех мой, и ты грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Давид раскаялся в своих грехах.
Давид рассказал Богу о своих преступлениях, и написано: «Господь снял с него вину греха его». Что нужно человеку для того, чтобы Господь снял вину греха? Просто прийти, исповедоваться пред Богом. Просто рассказать о своих грехах и попросить прощения. И Господь, который есть любовь, готов очистить, омыть и оправдать. Апостол Павел говорит: «В нем мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Вот как раз в этом, исключительно в этом, заключается Божья любовь к своему творению. Господь дает нам право, Господь дает право каждому человеку без исключения на спасение. И теперь выбор за человеком. Если человек хочет быть счастливым, если хочет быть в вечности с Иисусом Христом, который жизнь свою отдал, нужно просто прийти и раскаяться пред Ним, рассказать о своих грехах и беззакониях. Зная эту истину, друзья, будем благодарить Бога за такую возможность, которая есть для каждого человека. Будем помнить, что Бог есть любовь, и будем помнить, что Бог есть тот Бог, который не любит беззаконие. Да поможет нам Господь усвоить эти истины и идти путем Божьим. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.